Привет, друзья! У нас сегодня четверг, время вечернее, хотя я планировала целый день, планировала снимать, и в конце ничего не получилось. Это что, ты пристегнулся, зайка, да? Хорошо. У нас уже вечернее время, и мы уже едем на музыку. На музыку и на хор, кто куда. Неделя просто дома пронеслась с такой скоростью невероятной. Все. Ну, еще не неделя, мы в воскресенье вернулись. Ну, уже почти неделя. Просто пролетели эти, пока сумки разбирала, пока что-то там упорядочивала. Сегодня более-менее, впервые я как бы закрыла все такие углы, которые планировала. Да, по дороге на музыку заправиться, спеть на хоре после музыки Идошкиной. Вот, и потом домой. Сейчас смотрела видео одного блогера, она тоже блогер такая, но она, не могу уже сказать, что тоже, да, она семейный блогер, влогер из Финляндии, многие из вас знают, не буду называть имен. Вот она сейчас показывала немножко свою косметику, ну не то чтобы она делала обзор косметики, я просто что-то там утром делала какие-то процедуры и решила заодно показать, что там у нее в шкафчике. Боже, я как увидела количество всех кремов, кремушков, мазилочек всяких разнообразных и всего такого. Честно сказать, думаю, блин, а девчонка моложе меня года на 4, по-моему. Я думаю, вот это да. Но я понимаю, что там часть косметики, например, у нее, может быть, ей там дали что-то на обзор, прислали. Но она очень много покупает. Она вот ходит в магазин, она очень много покупает косметики. Боже, миллион баночек, скляночек. Да, привет, Адашка. Скляночки, какие-то баночки, серумы, не знаю, как правильно сказать. Для глаз, для попы, для рук, для ногтей, там всякие разные крема. Я подумала, боже мой, или я такая отставшая, или пришло время действительно уже как-то больше вкладываться в крема. Что я показывала, когда-то у меня было видео, меня спрашивали, пользуюсь ли я косметикой. Ну, естественно, я сказала, что я пользуюсь, как Катюша, по-моему, моя из Марокко. Спрашивала, пользуюсь я косметикой и какой. Вот. Ну, естественно, как любая женщина, есть какие-то там у меня увлажняющие кремы. Особенно я, конечно, большинством пользуюсь зимой, потому что зимой просто, ну, кожа в состоянии нестояния с этими холодами и ветрами. И я действительно человек, который на улице ходит зимой, а не ездит в машине. И мне, конечно, кожу надо беречь свою. Но я вам рассказывала, зимой в основном такими жирами пользуюсь. Ну, не натуральными, а косметическими. Вот, потому что это единственное, что может спасти кожу в такой мороз. Вот, а вечерами, каждый вечер увлажняющий крем, потому что иначе кожа просто стягивается. Вот эта вот T-зона, которая вот здесь просто лущится все, отскапливается. Невероятно. Вот, поэтому в этом плане, конечно, зимой я как-то более обильно питаю кожу. Конечно же, как и говорят, самое важное не забывать пить. Нужно очень много пить. У меня с этим большая проблема. Меня, кстати, спрашивала. Кто меня спрашивал? Сейчас я не помню уже, кто меня. Оленька, по-моему, Оленька, моя многодетная Оленька, спрашивала, что с моим стаканом воды по утрам с лимоном. Ну, если я не забываю, у меня есть лимон, то я пью, потому что намного приятнее пить воду с лимоном, чем без лимона. Вот, но забываю. И, честно признаться, не встаю рано каждый день. Несколько раз в неделю удается, а несколько раз я встаю в 8 часов, как все. Ну, как Костя, сейчас дети спят, в принципе, но они тоже рано встают. Костя на работу в 8 просыпается, и я вместе с ним. Вот, по большому счету, вот, например, сегодня один из примеров, когда я встала в 4:30, проснулась. И, в общем-то, очень себя прилично даже чувствовала. Очень прилично. Очень хорошо себя чувствую. На сон чуть-чуть поклонила днем, но я думаю, это из-за того, что был дождь. Сегодня был очень сильный дождь у нас в обеденное время. Просто такой проливной кошмар. Вот. Так что вот по кремам. Я так задумалась, думаю, может быть, это просто, когда все что-то мажут, и тебе, типа, надо что-то мазать, все эти рекламы, да, что нужно вот это, и нужно вот это, и прайм такой под косметику, и то, и все, и пятое, и десятое.
поезд у нас тут едет. Да, какая это car? Какой у него знак? Мустанг, да. Go train. Поедем как-то покатаемся. Вот, так что, ребята, вот это было про косметику. Я очень люблю декоративную, да, косметику. Тени разные у меня есть, помадки, блески, там, подводки. Тени я уже называла, тушь нескольких у меня есть видов. Это все у меня есть, это я очень люблю, я очень часто покупаю разные такие штучки, хотя, ну, самой штукатуркой я не пользуюсь, у меня просто легкая пудра, только пудра. Я люблю такие пудры с блеском немножко еще, и сейчас у меня простая пудра без блеска, я просто сверху на пудру еще накладываю, такой у меня секретик, у меня есть такие красивые, очень нежные джейд тени, коричневые. Они светло-коричневые с такими блесточками. Вот я ими провожу кистью, которую я наношу. Так, сколько у нас здесь секунду? Бензин 104,6. Вот, наношу ей. Эта кисточка легко сверху, еще поверх вот пудры. Таких несколько мазков делаю. И легкие отблески такие. Мне это очень нравится. Почему-то я не знаю, когда так вот блестит немножко. Ну, не блестит кожа от жира, а когда от блесков, да, это, ну, не знаю, мне это очень нравится как-то. Когда изредка какие-то проблесточки такие на щеках. А тут 104,3. А там было 104,6, да, Эду? А сейчас заправимся. Вот, так что, в общем, ребята, одним словом, сейчас будем заправляться. Вот, про косметику я подумала, конечно, что кремов столько кремов. И такой, и сякой, и какой-то ночной такой, и какие-то водички, и молочко, и все. Думаю, блин, сколько всего есть для тела, это же надо все это знать, этим пользоваться, еще применять правильно это нужно. Это же не просто так накупить баночек, это же нужно еще действительно знать, как это все так наносить, чтобы это давало какой-то как бы результат нужный. Так что я как-то призадумалась. Скорее всего, мало что изменится, но я призадумалась. А вот еще хочу попробовать сделать маску для ног, скраб. Недавно подруга прислала мне ролик. Значит, там молоко, ну не указывается какое, но я так понимаю, что это молоко теплое должно быть, потому что должны ноги размякнуть. Ноги в чем? В холодном же молоке не размякнут, правильно? То есть должна быть вода теплая. Вот, значит, в теплой воде там 2-3 стакана молока теплого. Значит, опускайте ножки на 10 минут. Не то открыла. Значит, они размякли. Берете соду, пищевую соду. И натираете, массажируете прямо в этом молоке. Берете в руку, насыпаете соду и массируете ногу хорошо. Массируете. Наверняка многие, может, из вас видели, потому что в YouTube тоже такой ролик был. Массируете, короче, ноги, и они у вас, короче, как новые. Они действуют как скраб, и вот эти все отмершие клетки. Но я думаю, что это ноги, которые, как бы, да, когда деревянные ноги, вы за ними не смотрите, вряд ли это скраб поможет, но какой-то эффект лучше будет, чем никакого. Вот, но я хочу вот это вот сделать. Сегодня хотела, не успела, завтра вот это сделаю. Завтра сделаю скраб для ног. И вот я знаю, мне и мама делает, и друзья делают, просто тоже кофе. Черный кофе. Натерли, все классно смыли. Все, я пошла заправлять. Так, все, мы заправились на $25. Вот, ребята, сейчас сегодня хор. Значит, слава богу, субботние у нас были субботние репетиции. Иду, пристегивайся, мы едем. Чего ты ходишь здесь, крутишься? Субботние репетиции у нас закончились, слава богу, потому что, в общем-то, это репетиции для мюзикла. Звуки музыки, да? Sounds of Music. По одноименному фильму мюзикл вас ставит наша. Я уже, наверное, об этом говорила, может, нет. Моя руководитель. Вот. Ставит моя руководитель. У нас концерт 16 сентября. Значит, мы, конечно же, не поем во всем мюзикле. Мы в нескольких
участках мюзикла принимаем участие. Поем примерно где-то у нас получается 6 разных композиций, pieces, как бы кусочков песен, произведений. Вот, очень высокие ноты, очень тяжелые. Ну, в общем, она с нами репетировала несколько суббот подряд. Все, субботы закончились. У нас остались репетиции только во время нашего хорового сбора обычного. Вот, поэтому сегодня попоем немного. Вот. Сегодня попоем. Поднимем себе настроение. Может быть, даже вам что-то сниму. Посмотрим, как получится, удастся. И что-то даже мне вам нечего... Не, мне много есть что поговорить, просто я не хочу на короткое расстояние начинать что-то разглагольствовать. Потому что мы уже практически приехали. И Доша вообще не любит мои разговоры слушать с камерой. Ему эта тошнота просто ужасная. Вот. Так что, может быть, еще по дороге назад. Иду уже будет все равно. Он будет уставший. Я что-то раскрою, какую-нибудь небольшую тему из тех, которые я себе надумала, нагадала. Так что все, сейчас выведем нашу душу расслабиться. Сейчас едем на расслабление души. Right shoulder, back, two, three, four.